товарищи дружинники! Сегодня подписываю документ, свидетельствующий о том, что вы принимаете присягу, тот факт означает, что вы сделали свой гражданский выбор. Ставят людьми, которые поддерживают, обладают правом сознания и поступают в соответствии с правом. Это очень сложный выбор. Это выбор, по сути дела, гражданина. Вы взяли на себя серьезные обязательства и надеюсь, что вы их с честью принесете. Закон теперь для вас становится не просто словом, вы становитесь теми людьми, которые будут контролировать порядок, законность на нашей территории, на нашей Российской Федерации, в городе Новосибирске, в Новосибирской области. Желаю вам успехов. Вы встали на путь соблюдения прав и законных интересов граждан.